Впереди жителей нашей страны ожидают длительные выходные в связи с празднованием Дня России. Для удобства граждан, получающих пенсию через почтовые отделения связи, «Вечерний Магадан» сообщает график работы отделений почтовой связи в июне. 11 июня – рабочий день, сокращенный на 1 час. 12 июня – выходной, 13 июня – выходной, 14 июня – по режиму работы отделения почты в субботу. Если дата выплаты пенсии приходится на выходной, то обратиться на почту за получением средств можно накануне. Зачисление пенсий и иных выплат по линии Пенсионного фонда России на счета граждан в кредитных организациях будет произведено в обычные сроки.